Этнография в объективе видеокамеры. В Вишкороле проходит четвертый всероссийский фестиваль видеофильмов по народному творчеству и этнографии. Республика Дагестан, Коми, Волгоградская, Самарская, Владимирская области, Удмуртия. На фестиваль фильмы представили около десяти регионов страны. Каждый документальный фильм в программе фестиваля отражает уникальные особенности культур разных народов России. На любом конкурсе есть фавориты, есть работы, которые немножко не дотягивают до определенного уровня, но на то и конкурс, где есть всегда победители и те, кто не стал победителем, не будем говорить слово проигравшие, потому что участие в конкурсе это уже победа. Они все самобытные, они все интересные. И я говорю честно, я не смотрю, откуда приехал фильм. Мне все равно, откуда он приехал. Мне главное, что режиссер, что автор хочет сказать мне своим фильмом. Все люди, которые работают над фильмами, это люди, конечно, одержимые своей профессией. Мы вот с коллегами обсуждали, потому что надо профессию любить в первую очередь, то, что ты делаешь. И если взять режиссер, режиссер должен иметь как бы два глаза. Один глаз режиссерский, чисто профессиональный, а другой глаз зрителя. То есть то, что потом увидит зритель. И если обладать этими двумя качествами, я думаю, что фильм получится хорошим. Среди конкурсантов из Республики Мариэл, а их, кстати, большинство, около 14, и работа телеканала «Регион-12», «Легенда о Тамле и Ямбатри. Это первая экранизация древней легенды, истории любви, марийских Ромео и Джульетты. Всего в фестивале участвуют 38 авторских работ. Победители фестиваля видеофильмов по народному творчеству и этнографии будут названы завтра.